Так, всем привет. Хочу рассказать вот про такое лекарство Уралит. Я его начала пить уже сколько? 15 дней пропила. У меня ушел весь флакончик. И мне, ну, надо уже было новую открывать. Я вчера достала. Смотрю, что эта бутылка раздутая. Открываю. А оно пшикнуло. Обычно бутылки не должны быть раздутыми. Хотя производство вот свежее, сейчас сфокусируется. 5, ну, короче, май 22 года, свежее. Жалко, одной рукой не могу. Оно, короче, пшикает, забродило внутри. И вот эта новая бутылка, я ее не открывала. Это мы, ну, покупали одновременно. А тот первый мы покупали первый раз, поставка была. Вот это новое. Здесь я еще не открывала. Или нет, подождите, или вот тут я не открывала. Что-то я не пойму. Но они две раздутые стали. Получается, вчера я одну открывала, воздух вышел. Не, вот это более надутая. Ладно, рискну вот эту открыть. По-моему, тут вот грязненько как-то. Наверное, я ее вчера открывала. Блин, это новая была? Это оказалось новое. Значит, та была старая, что ли? Блин. Фу, запах отвратительный. Ну, такой. Травушки-муравушки пахнет. Вот. Цвет не такой, как был в том флаконе, что я пила. Там был более такой насыщенный чуть-чуть, а тут такой более светлый. И на вкус оно как забродившее что-то такое невкусное. Получается, два флакона порченных. Так что, к чему это я говорю? Что когда покупаете, нужно в аптеке обращать внимание, чтобы бутылка не была раздута. А вот мы этого не знали, поэтому такая совершенно ошибочка. Ну и вот для сравнения я покажу, как выглядит нормальная бутылка. Вот. Здесь вот по центру нету вздутости, и она такая как немножко вогнутая, видите? А когда вспухлая, раздутая, вот, видите? Раздутая. А вот хорошая. И сейчас тут опять будет пшикать. Дима, подержи. А буду открывать. Вот эту я только что открывала. Это оказалось новое. Я перепутала флаконы. Шикарно. Вот, это вчера я вечером открывала, и она за ночь опять набродила и опять стала раздутая. И сейчас будет пшикать, наверное, смотрите. Ну так, чуть-чуть пшикнула, да. И опять, видите, она похудела. Уже не такая раздутая. Так что-то тут не то. Вот в этих двух бутылках. Именно Уралиты. Вот я. Девятка всегда хорошая. Хорда Лайт я вот сейчас открывала. Первый раз. Выпила. Потому что Уралита нету. Заменю Хорда Лайт. У меня есть один флакон. Вот. Бутылочка вот хорошая, не раздутая. Сейчас в холодильник поставлю. Вот так вот.